период с 15 октября по 14 ноября Одинцовский округ примет участие во всероссийской переписи населения. Это учет людей на определенной территории, в государстве, регионе или населенном пункте. Проводят его обученные переписчики. Кроме того, можно будет заполнить лист самостоятельно через сайт госуслуг или на переписных участках. Жители России, те, кто проживает в стране более года, ответят на 33 вопроса, разбиты на два больших блока. 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве и 10 вопросов о жилищных условиях.